Осторожно прокладка, осторожно потолок, главное береги, то все херня. Береги потолок. Круг деда оставь круг. Да, Серега, а ну стой. Да может, Серега, быть. Круг, ты плавать умеешь? Плавать умеешь? Не, я ж не плаваю. Круг, смотри, я тебе взял. Раскладушку человеку привезли, 500 километров, 520 везли, смотри. Смотри, в оригинале. На. На. Реально. Так этот новый 24 тысячи пробег. 24 тысячи пробег. Помыть и все. Не хотите на фирму взять как подменную? Хочу, думал, но это дорого. Не, ну мы отдадим ниже закупки. Хотя если к нему прицепчик приделать вместо Таурии, правильно? Есть еще время с прицепчиком. Так а это тоже обязательно в ней есть. Одевай, так а это специально в ней, чтобы не страшно было? Это летом, конечно, это что, летний вариант. У тебя как-то машина неустойчиво работает. Раньше очков не было, поэтому ездили в маску. А. Четыре камеры. Четыре камеры вывозим. Круг. Круг, кстати, младшему подойдет, Яна, смотри. Это дед в нем плавал. Новая доска. Доска новая, оригинальная. Еще не резко. На завтра на покатуху можно брать. Да. Там еще мы под задним сиденьем не смотрели. Брезент какой-то. Бросай пока на этот, расстилай, будем на капот выкладывать запчасти. Это добро, что я тебе говорил. А, вот это поршня, что ты говорил? Да, новая в упаковочке. Ага. Смотри. Оригинал. Обалдеть. Ж, прикинь, сколько лет, это они лет 40 с пальцами, пролежали. С пальцами, видишь? Угу. Зеленые. Что значит зеленые? Ну, они там по цветам шли раньше, короче. Не будем их? Не будем. Смотреть, распаковывать размер. Не будем. Какой размер? Не будем. Может, глянем? Ну, когда будем чинить уже машины, тогда будем смотреть. Ну, ладно. Тут пока новые еще, внутри даже новые. Так, а сколько поршня могут стоить вот так в комплекте? Сложно сказать. Надо посмотреть в интернете. Так, это что у нас вот тут? А, это какие-то баночки, коробы. О, резиночка, видишь? Да дед вообще тут уникальный просто. Ну. Блин, может сейчас где-то золотые вот, зубы ничего. Лежат. Тут ничего. Так, это что у нас? Это одежда, одевай, новая. Будешь красноармейцем. Слышь, это со стройбата чья-то. Глянь, твой размер реально. Мой любимый размер. Он знал, что ты... Что ты... Порошок Макс дед закупил. Порошок Макс. Ты видел? Это как машина времени. А, Руслан. Порошок Макс в багажнике. Ты же не видела, да? Мы не везли и не довезли. Не довезли. В багажнике у меня. Да. Сейчас будем делить. Руслан, а этот смотри. А это мой размер уже? Штаны одевай. Штаны, роба. Смотри. Обалдеть просто. Посмотри, что он мочит. Глянь, оделся. Так ты чистенький будешь сегодня. Да. Смотри. Ёлки-палки. А как они узнали твой размер? Это слышишь? Наверное, как в Терминаторе. Помню, понял? Они в прошлое вернулись. Подожди, это... Одежду. Это мы... Я вчера только Терминатор 2 смотрел. Такой шикарный фильм, конечно. На запорожце мне. О, слышь, это какая-то вроде как ты только освободился. Похоже. Не, это какая-то модная. А ну покажи, герб там какой-то. Не-не-не, спереди герб, смотри. НТВ. Да, НТВ, это. Да. Так этот вообще. Зеленая еще. Макса одели тут полностью. Прикинь, купили машину, одежду, раскладушку. То есть есть где спать. Еще один новый поршень. Еще поршень запасной. Есть где спать, где есть. Это а что вот это новенькие, мы тогда это не поняли? Это замки, чтобы двери не дрожали. Думаешь? Да, да, 100%. А это спидометр. Это спидометр. Мы тогда не могли определить, да. Да, вот типа его крутишь, вот смотри. И скорость показывает, да, да. Да. Вот вход спидометра, да, стандартный да. Четырехгранник. Книга. Ну, книга это ж это, да. Запорожец. Запорожец. Специальные агрегаты и оборудование. Хорошая это книга. Шланг. Слышишь, что это за шланг? Шланг. Высокого наверное, давления. Да. Тут два их, смотри. Один, один восьмой. А, один, да. Один восьмой, второй десятый. Я не уверен, что вот это бензостойки. Вот, смотри. Да. А запах у всех такой, да, запорожец? Нет. Только у новых такой. Дай книгу вон ребенку, то как раз ты бросил. Добрые гномы. Добрые гномы. Мальчики, его добрые гномы. На, будешь ему читать вечером. Так, прокладочки. Прокладочки. Икону Павлу заберем? Да, да.
икону, конечно, подарим. Так, ремней немножко. Там надо под сиденьем. Мы еще это-то мы все видели, а вот что? Что там еще? Коврик какой-то оригинальный. Да. Слышишь, тут у меня крыша. Горбатый мой, кстати, рядом, друзья. Стоит. Состояние внешнее не очень свежее. Но снизу в идеале. Колодки, да, вынимаем. Колодки новые. Колодки, накладки. Надо просто все освободить, чтобы мы уже могли предпродажную подготовку сделать. Желтый. Кожа. Кожа, да. Кожа. Оригинал. Пошьем. Можно на осень тебе пальто будет пошить. Да, пока мисс на лето я уже приборочился. На лето, да, да, ты одет уже полностью. А, вот он. Чё, а, вот и книга нашлась. Раз. А вот и зеркало нашлось. А вот и зеркало нашлось. Смотри. Обалдеть вообще. Смотри. А мы мучились с дороги в оригинале, слышишь? Смотри. Сними, чтобы не украли. Потом поставим. Зеркало нашлось. Класс. Я еще думаю, как у деда, ну, зеркало куда могло деться. Быстро съем. Так, это новые перчатки. Новые перчатки заберем в дорогу. Скоро ехать за следующий. Мыло. Мыло. Мыло 65-го года. Немножко. Росла. Смылилось. Вот, вот и дворники нашлись, блин, лошары. Мы мучились всю дорогу. Да, мы. 68М005, слышишь? Книга какая оригинальная. Цена. Да. В гараже, в гараже. В гараже. В гараже, чтобы не украли. А нет, они ж прижатые, понял, резинки пересыхают. Вот это ты, блин. Полный фул. Подожди, одеты. НТВ достань этот, НТВ достань герб, чтобы видно было. Слышь, дед, может, на НТВ работал? Класс, блин. Да непонятно. Так. Что там пишут? Ага. Понял, как чинить? А я смотрю, что некоторые даже слипшиеся. А, не читали еще? У Яны тут вообще шедевр, а не фотка. Ты посмотри, сейчас с размытием. Хорошо фотографируют. Блин, стоит, слышишь? Можно телефон сколько? Можно таких 2,5 или 3 запорожца купить. Ты представляешь, как поменялся мир, блин? Сколько люди работали, сколько металла, кожи. Всего тут в нем, резины, агрегатов, поршней, елки. А один маленький телефон, блин, да. Агитатор. Агитатор. 88-го года. А ведь я же не агитатор, я потомственный кузнец. Знаешь песню? Не поеду в Улан-Батор. Да. НКВД. Он, ух ты, походу, елки. В НКВД работал. Из истории министерства. Смотри, откуда бы у него такие... Охренеть вообще. 88-й год. Да. Дед, короче, еще тот чекист. Да. У Кремлевской стены. Ответы на вопросы. Не, это шок реально. Макс, что-то я уже побаиваюсь. Давай быстро разбираем и отваливаем, потому что мне кажется, что дед сейчас нас настигнет. Достанет. Даже так, здесь. Прибытие самолета в Министерство гражданской авиации по расписанию. 82%. Слышь, это не про батьку там, где он... Самолеты сажает, блин, это видно. Это еще видно, это резолюции тех времен были выполнены. Посадили самолет. Так. Да, неожиданный поворот. Самый главный ключ запорожца. Который чинит все. Ну, если вы смотрели фильм Джеймса Бонда, то там, конечно, кувалда побольше, но только так они завели запорожца. Это реальный ключ нам помог зарядку починить. Зарядку найти, да, на автомобиле. Под тем сиденьем, смотри, может там под тем еще столько всего интересного. Новое. Что там за поп? Давай, держу, чтобы тебе было легче. Я там зафиксировал. Смотри, охренеть, как с завода вообще делали. Смотри, обешумочка. Охренеть, обешумочка. Смотри, в поролоне. Тупо. Ой, в этом, в клеенке запаяно, чтобы, не дай бог, в нее не попала вода. Тупо новая вообще машина. Видишь? Просто шок. Аптечка есть у нас. В аптечке, да, там Макс пирамидон искал в дороге. Что-то ему укачало немного. Так, ёханый бабай, новая кожа. Новая кожа, давай. Опа, так. Нет, тут всегда или лежат запасы. Смотри. Опа, доставай.
Тоже все новое тупо. Смотрите, все новое. Завода. Все новое. А ну, что нам там? Что нам из прошлого? Смотри. Что это такое? Значит, есть датчик давления. Колесные. Турбины. Колесные есть. Так, свечи новые, смотри. Блин, а мы чуть не купили. Точнее, я купил, нет, уже возврат сделал. Бэушка. Значит, новые стоят. Да. Работал хорошо. Значит, нет. А, ты видишь, на запас себе. А, только одну на походу поменял. Одну поменял, давай, да? Посмотрим. А. Не, это тоже старая. Ладно, бросай. Так, там подожди, еще там дальше. Гайка? Есть. Колесные гайки. Колесные гайки. Это дефицит огромный. Бегунок. Все, что в дороге может пригодиться вообще. И вилочка. Какая вилочка? Коробку, да? Или что это? А, рокер. Рокер, да. Это что? Это трос. Буксировочный. Смотри. Ножнички новые. Надо марка стричь? Леня. Надо? Смотрите, у Лени какая заставка красивая. Так. Леня, елки. Ты даже тут нас нашел, да? Вот что там, на танковой уже? Потому что я еду, елки. Я сейчас вот это с района у тебя только уехал. Ну мы тут рядом, да, возле танкового. Там сейчас просто ревизию просто делаем. В Запорожце, да. Убираем тут порядок, наводим. Готовим, предпродажную подготовку делаем, чтобы машина... А Витя там что, дубасит на танково или нет? Я не знаю, он не звонил. А что, он сказал, что дубасит уже? Ну да. Сейчас позвоню ему, давай. А он вне зоны, я не знаю. Но он, он вне зоны. Говорит, я вот это еду. А, ну мы тут рядом, давай. Пляночка, мыло. Мыло-поляночка. Надо тебе, Леня? Нет, мне надо масло. Ну, заезжай, возьмешь масло и мыло-поляночка в подарок тебе. 23 копейки давай. Стоит. Олейно-жировый комбинат. СРСР. Минхачпром в РСРСР. Масса 100 грамм. Прячь. Подоляночка. Забирай это, мы возьмем с собой, когда в кругосветку сама, наверное, поедем. Сделано, да? Слышишь, а мы кругосветку смогли на этой машине проехать, видела? Макс? Смотри, с каким знаком. С каким? Для женщин. А, для женщин. А, это. Как ее? Как ее в Древнем Египте звали, забыл. Имени 63-ча Радянской Украины, місто Вінниця. О, так это и Петя в детстве мылся таким. Вот это у него нарушение видно из-за этого. Клубникой уже, клубнику возит парень. Посмотри. Совсем крыша съехала. Да, да. Да, это вообще фантастика просто. Просто фантастика. А сзади здесь... Мыло забери, не надо там мыло, оно же утяжелит конструкцию и будет в повороте заносить. А скажи, сзади здесь что-то... Не, там сзади ничего, там бензобак. Это только в горбатом, да? Да, все. Я это сложу назад? Не, зачем, забирай его все. Да? Ну а зачем оно тут, оно тяжесть, это лишнее. Ставь там, главное, на место. Все, аптечку клади на место, аптечка должна быть, огнетушитель там есть под сиденьем. Второй. Да, второй. Да. Это видишь, все забираем. Запасочка. Да. Запаску сладочка. Тоже можешь положить. Положить сюда? Да, запаску. Пусть будет, мало ли что в дороге. Кругосветку, чтобы не забыть. Добрый. Да, друзья, Макс говорит, так это же не все под капот. Давай это перекидываем в машину и начинаем следующий этап. Атмосферу 84-го года. Говорит, я вдыхаю атмосферу тех лет. 84-го. Круг. Надуешь круг или потом? А, сейчас мы, кстати, на танковую, Леня едет, там где-то Витя на танковой. Кстати, Крису можно подарить круг, он же любитель. Плавать? Грязь. А, нырнуть? Да, можно на завтра его забрать будет. Ты видела, какие Максу ботинки подогнали, Яна? 0. 6. На, одевай же, шо ж ты, блин. 7. Не укомплектованный. 7. 8. 8. 9. 10-я под сиденьем. 10 камер. Хорошая покупка, да? Что это? Это свинец. Свинец? Листовой свинец, можно с нее пульки для воздушки делать. Я так в детстве делал. Да? Ну что, мы, наверное, на... На дорожку стели. Это вдруг кто-то придет. Присядем на дорожку, да? Так, послал, вот это... За рулем. За рулем. За рулем надо взять, будет завтра почитать. Атлас СССР. Атлас СССР, да. Вау, смотри. Классный. Это я его нашел. Хорош. Вот так ездили раньше, вот так да. Поставили и поехали сюда. Так и было. Так, что, атлас?
Вниз. Книги, да. Книги, журналы. Вниз. В BMW я буду на работе читать, когда нет, да, людей. Все, первое пошло. Что у нас тут? Кладыши Мерседес. Значок Мерседес видела, Яна? Смотри. Мерседесовский значок. Вот лампа. Или это руль от Запорожца нарисован, лампочки. Непонятно. Так. Вкладыши. Вкладыши, шестерни. Это что у нас? Это подшипник, наверное. Это кольца, кипочки. Кольца поршневые новые. Гляньте, какие классные. Да. Так, потом, что у нас? Это что такое? Я не знаю. Клапана новые, смотри. Клапана новые, да. Из-под молока. А раньше все в них клали. Да, Нульс вообще оригинал. Так, все, мы знаем, клапана есть. Это толкатели. Толкатели есть. Это что такое? Это в коробку. Ага. Валы. Так, прокладки клапаны. Прокладочки есть. Какой это ящичек хороший? Вкладыши. Вкладыши дальше есть. Шестерни есть. Так, лампочки. Лампы какие-то есть. Ага, ну это квадратики, что мы находили. Ого, так, сколько рокеров, посмотри. Вкладыши. Все. Рокера новенькие. Нульс, да. Еще не ездили. А это ж толкатели сюда. Да, вперед. да, толкатели. Краповик. Знаешь, сколько? Да? А да. Нет, что-то не пойму, нет, а что там подшипник? Не, это... Такого ж не должно быть. Ну, подшипник внутри. Это... Ну, что-то серьезное там. Помпы нету здесь. Что-то за прокладка. Стой, вкладыши забыли мерседесовские. Ассортимент, конечно. Так, канистра новая, пахучая. Смотри, там что-то даже написано. Ух ты, авто. Смотри. Это с антифриза, наверное. Скорее всего. Ну, наверное. Так, новый переключатель. Такой, как на газике. Да. Так, дальше, что у нас здесь? Маслонасос, то, что ты говорил, тогда доставал. По-моему, второй уже. Еще один был вроде. Давай книги. Я буду читать. Книги. Это сюда. Это твой любимый прибор. Напишите, кто знает, что за прибор. Что это за прибор такой интересный? Шикарный вообще. Еще непонятно, как он работает. Мне нравится, да, прячь. Сама идея. Сама идея, да. Коробка такая деревянная. Хоть прибор захотел ребенок. Так, новые шланги, новые тормозные. Шланги тормозные. Класс. Минусовые. Раз, два, три. Блин, вот это у людей запасов. Ты представляешь, сколько вот так по всей стране, сколько запасов? Да, пыльники, посмотри, какие делали, толщина какая. Двойные, ты видел? Да вообще я в шоке просто. Тут даже так камера передать не может, но они... Да, реально толстые. Вообще очень серьезное качество. Так, ботинки. Ботинки. Одевай, наверное, чтобы не украли. Носки. Сейчас мы еще 100 баксов найдем. Носки деду. Тогда не было баксов. Ты че? Дедушкины носки. Ёханы бабай. Это же он снял, повесил их. Под стелькой. Хотя ботинки, это он готовился их ходить на праздник, видно, новые. Посмотри, они не ходили. Ну, нулевые. В оригинале. Где цена, размер? Прочитай, вон цена там 13. Цена 13 рублей 30 копеек. Ого, это что, дорогие. Да я сам в шоке. Я думал, мне показалось, я плохо же вижу. Да. Не показалось. Знак качества. Да? Это обалденно. Это точно освободился кто-то. Вот это роба, понял, и ботинки эти дали ему при освобождении. А он не одел, видно, еще. Так, это у нас... Это обзор надо будет залить. Очиститель стекол. Да, обзорчик. Это старый, советский, да, оригинальная вещь. Опа! Это с Горбатова вещица. Так, это... Отбойник. Отбойник, да. А это амперметр, те приборы, те, что ты нашел. Амперметр. Манометр. Это механический датчик давления, да, масла. Да. Ё-моё, вот можем сейчас померяем Горбатом. Да, мы его берем с собой. Мы берем. На, Яна, на, в карман, чтобы не потерять. Так, не, он грязный. Вымажется. Для шпринцовки. Да. Все, не это, не доставай, он в оригинальной упаковке пусть будет. Тут еще, походу, с магазина. Плохо, что бритвы нет, я бы забрал бы, брился. Брился? Конечно. Да, с бритвой. Где-то, может, это найдется, надо деду позвонить, чтобы посмотрел в гараже. Это у нас... Это какой-то шток, палец. Что это такое?
Ребенок в шоке просто. Просто в шоке, говорит. Вот это, блин, у вас крыша едет не спеша. Клей, это эпоксидка, да. Это мы будем в бэхе двери чинить внизу. Они хорошие, подойдет. А вон трос спидометра. Да, это точить можно. У меня такое ощущение, что Запорожец это хранилище такое огромное. Так, амперметр еще один. Так, увеличивай темп, потому что Леня уже едет на танковую. Поедем по танковой или нет? Нет, смотри, лампа фара. Это то, что, а, это то, что ты нашел, да? Лампа фара. Лампа фара. У меня когда-то такая была в детстве. Кожа опять это на куртку. На пальто. Да, глянь, было чем накрывать. Да, мы хоть увидим дно багажника наконец, хоть первый раз. Мы его еще не видели. Тут так мы покупали, так все было зарыто. Кокс. Ёх, кокс. Кокс, Макс, осторожно. Нам еще ехать, осторожно. Может, там вся машина этим пропитана. Блин, плоскогубцы в оригинале. Смотри, на болтах. Таких еще мы не видели, ты понял? Ну да. Оригинальные. Там где-то были в разобранном виде, кстати, помнишь? Два комплекта плоскогубца. Да. Папа говорит? Да, да, Марчик, да. Так, вкладыш. Мелитополь. Размер не написано, значит в стандарте. Можно подкинуть будет. Ну в эту машину не надо, здесь все в порядке. Так, это что у нас? Это у нас... Это переноска, Туша Кларксон. Правда, но он не такую вешал, это более новая. Это уже современная, как в Жигулях была такая. А ну, какой там разъем? Правда. Да, разъем современный. Нет. Подожди. А, сняли просто его, смотри. Сняли, да, разъем кто-то стырил. Да. А, он не подходил, понял? Угу. И дед снял, чтобы так включать, наверное. Смотри, лампочка. Все, да, это оригинальная вещь. У меня у деда такая была в Жигулях, только с разъемом была. Угу. Такой, под тюльпанчик. Да, у деда была копейка. Нет, Москвич 403, как-то покажу вам фотографию потом мою с москвичом. Потом копейка была 70-го года, потом... Тройка была 75-го года, а потом шестерка была 82-го. Что-то случится. Это для кокса того, слышишь? Да, понял? Развел? Ну это если змея укусила, тебе надо сразу прокапаться. Это в кругосветку нам откладывай, да, пригодится. Да, 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 все, да, да. Все продумать. Дед, елки, я тебе говорю, он был в будущем, понял? И оставил это нам все, понимаешь? Угу. Ты осознаешь хоть это или нет? Новый, смотри, вообще нулевый. Охренеть вообще. Длинный какой, ты представляешь? Можно, слышишь, ты едешь на Вито, а спидометр можно подключать рядом к бегущему велосипедисту. И мерить скорость его. Очень удобно. Это щеточка новая? Да, у меня была такая в детстве. Я в этом господарке покупал. Так, это чьи-то ритузы. Так, это новый клык, да, клык. Новый клык, но тут все клыки. Есть белый волк, белый клык, а у нас черный клык. Так, это тоже кусочек резины. Да, 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 да. Так, увеличу скорость, потому что память может закончиться, а нам еще на танковую ехать. Так, это что у нас? Это этот поворот на это. Правый-левый. Да. У них есть разница. Подшипник. Так, подшипник. Так, это датчик. Да, где-то в коробочку бросай. 1983 написано. Что это за датчик? Интересно. Пробьем по компьютеру. О, это инструмент, это. Ты отжал, да? Раз, сверло. Два. Да все тут есть. Можно просверлить мозг, кому хочешь, этими сверлами. Так, ну это спидометр. В оригинале новый, 2 километра, да. Это с этого. С Минска, наверное, с мотоцикл. Да, похоже. И в Иже, по-моему, такой. Не-не, в Иже. Да, да, такой же. В Иже вроде больше там чуть-чуть. Хотя, ну, может, это... в старом. Да, да, в старых, наверное, такой был. Датчик... Это, наверное... Давление масла. Да, да, похоже. Это вот... Сцепление от горбатого. Сцепление, смотри, тросик газа, да? Ну, какой-то, да, тросик. Газа, либо подсос. Надо коробку взять. Вот, а ты меня спрашивал... Вон, компрессометр, я переживал, что мы его забыли. Слышишь, сейчас померяем горбатом. Макса горбатом сейчас померяем. Берем его с собой. Компрессометр. Так, есть... Да, ну это спидометр БУ. 13 тысяч. Пробег. Угу. Так, уже книгу. А, Яна, смотри, я ему книгу дал в дорогу, он ее вез с собой всю дорогу. Ты видишь? Да. Мало ли, говорю, что в дороге, надо, чтобы к
Книга такая должна в любой машине быть. Новенький. В случае чего. Пригодится. Клизму можно поставить им. Так, это что? Это у нас шестерня. Да, это я помню, где мы нашли. Смотри, новый распризвал с двумя шестернями. Давай сразу в коробочку его ложи. Ого. Это что-то непонятное. Это что-то сломано? Не-не, это бросил кто-то, видно, чтобы мы думали в будущем. Кем ты будешь? Кем ты будешь? Это я тебе в дорогу давал книгу. Кем ты будешь? Эту Плавая клади. Дело. Знаете ли вы, а ну. Когда вы красивая? Ёлки. Обалдеть так, вообще. Длинная дорога вглубь. О, это про нас. Классные руководители. Это про о нас. О боевой гордости. А, боевой готовности. Свои глубины у главного тракториста школы. О, это про нашу тему. Он едет, кстати, к нам сейчас. Лёня едет. Главный тракторист. Главный тракторист Лёня. Это жестяк. Ну, это понятно. Это надо где-то... Да, клади все в ящик. Хорошо. Только книгу отложи, может, будем читать ее. Не раздавили. Завтра у костра. Ну, то вверх надо будет. Отложи пока в сторону. Так. Ох, вот. Смотри, сколько ты смотрел вчера цену? 2000? 100 баксов, да. 100 баксов, да? 2800 гривен. Вот эта ручка стоит. Еще с ключом, это, с ключом это дороже. С холодильника, да, наверное? С замком? Это чтобы не жрали много. Ручка с холодильника. Новенькая ручка открывания двери. А ну подожди, пошли посмотрим, такая или нет? У нас же тут есть экземпляр. Не, у меня какая-то другая, иди сюда. Макс, посмотри, другая реально. Они видно по годам выпуска. Ты видишь, тут с ребром она? С ребром. А тут гладко. Да и вот, вот ребро вот просто стерлось. Да нету ребра, вот тут нету ребра, видишь? Ну на той стороне есть. Ну это видно более какой-то модификация. $100, да, ручка. Очень дорогая вещь. Что такое? Это... Непонятно. Какой-то на 12. Так, а книга еще, книгу дай, книгу. Блин, мама у меня книголюб была, просто я книги люблю с детства. Электроника. Это везли мы суровому электроника Белла Була. Белла Буна. Новый. Но он не оценил, короче, оставил нам ее. Новый будем бендик, сами. Смотри. Да, да, мне новый бендик вспомню. Да, это да. Только начало. Смотри. Новый. Это Горбатова, вон они. Горбатова, да. Друзья, вон я тоже себе менял. На покатухе последний раз мы. Это стоп. На стоп, да? Да. Это масса, да? А, не, это дальний. Дальний ближний. Ближний. Это на Горбатом дальний ближний так получается? На Горбатом. Да, да, это на Горбатом. Новые тут свечи. Перемешки. Смотри, а вон свечи. Поворот, кажется. Смотри, новые свечи. А это вот и новые. Новые. Вот это новые. Смотри. Посмотри, сколько. Кольцо спало. Да, да, вижу, сейчас я его возьму. Новые свечи. Раз. Да тут куча, тут два комплекта. Да. Два, три, четыре, пять, шесть. Я уже, а я уже Дэнса купил, но хорошо вернул вовремя. Все. Так. Прячь. Что оно делает? Попробуй, оно легкое. Легкое. Так, вкладыши. Непонятно. Вкладыши. И, наверное, подшипник. Скорее всего. Просто можно озолотиться, я тебе скажу. Так, если все брали. Продать. Это мы брали. Это хорошая какая-то вещь. Аэрозоль черная, нитроэмаль. Ну, это понятно. Полироль для новых покрытий. Так это кузов полировать? Стряхнуть баллон и распылить полироль на необходимый участок. Предварительно вымыть и сухой протереть. Затем круглыми движениями располировать поверхность мягкой тканью. 79-й год. Ух ты, да, 95 копеек раньше это стоило. Так это реально вообще. Расход 220 грамм на легковой автомобиль. То есть это одна идет на легковой один автомобиль. Сейчас твой будем полировать. Я думаю, что твой горбатый можно натереть будет. Будет да. Как новый. Так, Макс, что там? Что-то вскрывает. Насос еще в оригинале. У деда тоже такой был у моего. Подшипники. А это что? Тоже подшипник коробочный, наверное, не, какой-то. Похоже на вкладыш. Угу, все в газетах. Подшипник, видишь? Угу. А куда он? А, это коробочный? Да, коробочный скорее. Ну, а где еще такой может стоять? Блин. Это куда? Пыльники. Рулевых, наверное, наконечник. А, не, это... А, ну хотя...
Хотя, может быть, да, и все, там дальше пыльники остались. Оно не заканчивается. Оно не заканчивается, я даже говорит. Я уже два раза удалял старые файлы. Три свечи. Это что-то знакомое, это от переключения. Думаешь? Не похоже. Так, мечи. Знаешь, это мечик известный, мы его нашли в гараже. Сколько всего, так, сколько это всего. Крепление аккумулятора. Смотри. Провод, да. Медный. Яичная. 11 копеек. Хорошая, оригинальная. Павла можно мыть будет. Потеплее сейчас. 15, такой, как вольтметр стоит. У меня в горбатом такой стоит, да, точно. Ключ. 13-14 сломан. Возвращаем сюда, да? Ну да, это же с комплекта. Вот что у нас есть. Ключ. Ключик. Уже какой-то оригинальный старый. Лампы. В остатках мусора нашел. Из прошлого подарок. Глянь, это комплект, видно, в дорогу брали, понял? Угу. Или лежал такой НЗ типа лампочки. Слышишь, это паста Автомастер, наверное, с того времени. Она открой. Нет, это похоже на... А, смазка. Солидо. Да. Ух ты. Манометр. Блин, у деда был у моего тоже такой в Жигулях. Ну, это у всех раньше только такой был. А ну, померяй давление в шинах. Глянь, как он там крепко сидит, слышишь? Угу. Ты пока вымешь, память у меня закончится. В голове? Не. Я помню, как дед всегда перед выездом, понял? Перед каждым выездом, как раньше, конечно, люди по-другому относились. Перед каждым выездом он мерил шины. Нормально накачали, 2,5 нашарашил ты. Ух ты. Теперь мы знаем, где юг, где север. Ага. Видишь, Ян? Да, четко. Мишки четко идут попали. На север, да? Так, мишки идут. Смывание нам не туда. Важно, что это Штирлиц вот... живет этажом выше. Важно, что это... Слышь... Надо старые краски, надо? Да, Макс, надо это, слышишь? Дождь начинается, надо прятать, сейчас все пропадет. Это мы в кругосветку пойдем когда, чтобы мы не сбились с пути. Мы же на юг будем идти. Потому что так мы... Посмотри, щеточка тут, все. СССР. Все, СССР на компасе, да? Так, друзья, ну что, все, разобрали. Сейчас еще посмотрим, что у нас в горбатом из реликвий. И можно начинать подготовку к автопробегу. Друзья, дожди идут регулярно. Вон, посмотрите, какая лужа. Вот танковая. Витя с Леней где-то. Леня ехал. Витя сказал, написал, что он уже здесь. Но не звонил. Где-то уже рысачат здесь. Но мы едем продолжать. Да, следы есть какие-то. Продолжать ретро. Разгребать ретро-дефициты. Леню не видно. Витю тоже.